Оскар де ла Хойя объявил, что Канело намерен вернуться на ринг в привычные даты, Синко де Майо 5 мая и День независимости Мексики 16 сентября, а также назвал имена возможных оппонентов боксера. Есть несколько серьезных боев, которые мне интересны. Дэниел Джейкобс дерется завтра на HBO, он является одним из лучших средневесов мира. Также есть поединок Лемье, Сондерс, очень интригующий бой, на котором я буду. Мы постараемся устроить то, что захотят фанаты. Как промоутер я знаю, что лучшие бои должны быть организованы. По этой причине мы уже зарезервировали для Канело даты на Синко де Майо и на сентябрь. В ближайшие пару недель мы с Канело встретимся лицом к лицу и обсудим планы на будущее, поделился в беседе с репортерами Оскар. Triple G!